Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики и гости канала. И с вами снова на связи Виталий Скрипник. И, друзья, сегодня в этом видео я расскажу вам, наверное, про самый легчайший заработок в интернете. То есть заработок, где можно начать зарабатывать любому, даже новичку, буквально в три клика. Все интуитивно понятно, все просто и так далее. Хорошо. Чтобы нам начать зарабатывать, друзья, мы перейдем на мой сайт. Заработок в интернете от А до Я. Ссылочка на мой сайт будет в описании под этим видео. И также есть ссылка в шапке моего канала. Вот так выглядит мой сайт. И на моем сайте есть раздел вот «Заработок биткоинов. 50-100 долларов дополнительно в месяц. Авторская методика». Я в конце видео вам расскажу про эту авторскую методику. Вы нажимаете на эту рубрику, и вы попадете в этот раздел. И сейчас здесь самая первая запись на момент записи видео. Это про сайт CryptoTab. Получайте биткоины, пока используете Google Chrome. То есть именно об этом сайте я вам сейчас и расскажу. Смотрите, уникальность этого сайта также еще в том, что здесь 10-уровневая реферальная программа. Итак, здесь есть кнопочка «Зарегистрироваться». Нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться», и открывается вот такой сайт. То есть все очень просто, все очень интуитивно понятно. То есть любой, кто откроет, он сразу видит, что здесь нужно делать. Получайте биткоины, пока используете Google Chrome. Да, этот заработок возможен только в браузере Google Chrome. То есть если вы используете другой браузер, то вы не сможете зарабатывать. И здесь вы можете почитать все, что написано. Но чтобы начать зарабатывать, все, что вам нужно, это просто нажать вот эту кнопочку, то есть добавить в Chrome и заработать, и все. То есть вы нажимаете, я не буду нажимать, потому что у меня уже это расширение установлено, вот оно здесь у меня в правом верхнем углу. То есть вы же нажимаете эту кнопку, когда вы нажмете, у вас здесь выскочит окошечко вот здесь вот вверху, и там вам нужно подтвердить установку этого плагина. То есть будет кнопка «Подтвердить». То есть вы нажимаете «Подтвердить», и у вас установится вот такое расширение, вот как вы видите, у меня кругленько CryptoTab. После того, как вы его, как оно установилось, все, что вам нужно, просто нажимаете на это приложение, то есть на это расширение, вот так. И у вас открывается ваш кабинет. То есть вот так выглядит мой кабинет. Все, здесь больше ничего нету. То есть вот видите, все просто. То есть буквально вот за несколько секунд я уже начал зарабатывать деньги. То есть, как вы видите, у меня на балансе сейчас вот столько сатош. Теперь смотрите, самое важное, что вы должны сделать сразу после того, как вы зашли в кабинет. Здесь есть вверху, опять же, вот справа вот эти три полосочки. Вы их нажимаете, и открывается такая менюшечка. Здесь вы можете регулировать скорость майнинга. То есть мы зарабатываем здесь на браузерном майнинге. И то есть сейчас у меня стоит минимальная скорость и так далее. И теперь смотрите, что вам нужно сделать. Смотрите, опускаете вниз колесико, вот. Вот эту менюшечку вниз опускаете. И здесь вот под вот этими иконками, здесь вот надпись. У меня сейчас здесь написано Google Chrome должен быть запущен, чтобы майнить биткоин. То есть у вас же здесь будет, не помню какая надпись, но другая. Но здесь будет кнопочка «Войти». Вот здесь вот. То есть вам нужно будет войти, чтобы авторизировать ваш кабинет, чтобы он никуда не потерялся, чтобы привязать ваш кабинет к вашей электронной почте. После того, как вы нажмете кнопочку «Войти» вот здесь, у вас посерединке откроется такая менюшка. И там будет выбор, к чему вы можете привязать ваш аккаунт. Там будет первая кнопка «Facebook», потом «Google+», и еще две кнопки, я уже не помню какие. То есть, но это не важно. Я рекомендую вам привязать через Google+, потому что, ну, Facebook там или другие какие-то социальные сети, это не столько надежно. Например, если у вас заморозят вашу страницу в Facebook, то вы потом можете не попасть в свой аккаунт. Правильно?
То есть, а Google Plus, то есть это аккаунт Google, то есть вы привяжете к своей почте. Вот как видите, у меня написано Виталий Скрипник 55 gmail.com. Это вот я привязал свой аккаунт к этой почте. И когда вы нажмете на иконку Google Plus, то у вас выскочит вот эта стандартная привязка к вашей почте. Вы выбираете аккаунт, тот аккаунт, в котором вы авторизированы, да, gmail.com. То есть, конечно, вы можете и через Facebook, то есть смотрите сами. То есть это чисто моя рекомендация через Google Plus. То есть и вы выбираете тот аккаунт, подтверждаете, и все. Потом, после того, как вы закрыли, можете открыть опять ваш CryptoTab. Опять открываете вот эту менюшку, опускаетесь вниз и смотрите. Если вы все сделали правильно, у вас будет, как у меня, надпись. То есть, видите, вот Google Chrome должен быть запущен. И потом вы увидите свой адрес электронной почты gmail.com, то есть, которая вы привязали. То есть, если вы нажмете, здесь будет кнопка настройки. Если вы нажмете настройки, то здесь вы также увидите, что вот Google привязан как. И вот здесь моя почта у вас будет своя. То есть, и все. Значит, вы все сделали правильно. То есть, теперь вы не потеряете свой аккаунт, даже если, например, там у вас поломается компьютер, там, или вы захотите перенести на другой компьютер этот аккаунт, да, то вы просто установите это приложение, потом зайдете в свое приложение и войдете под своим аккаунтом. То есть опять у вас будет кнопочка «Войти», и вы войдете под своим аккаунтом, то есть через тот почту, которую вы привязали. И все, таким образом вот у вас аккаунт будет сохранен. Итак, и все, вот так вот заработок идет. То есть, как я сказал, смотрите, также вы можете нажать на приложение правой кнопкой мыши, и открывается вот такое меню. То есть вы можете полностью выключить майнинг, здесь есть кнопка, здесь потом есть кнопка «Низкая загрузка», то есть вот у меня стоит на низкой загрузке, «Средняя загрузка» и «Высокая загрузка». Вот так вот. То есть теперь смотрите, сейчас я вам расскажу, как про мои впечатления про этот сайт. То есть я вообще, я уже когда-то говорил, я не любитель вот этих браузерных майнингов, но почему меня это заинтересовало, то есть я протестировал этот сайт, то есть на самом деле он честный, я открывал диспетчер задач, то есть он действительно, когда отключаешь майнинг, действительно майнинг отключается, потому что есть такие мошеннические сайты, где вам скрыто подключают этот майнинг. То есть здесь нет, здесь все работает, то есть если вы действительно хотите отключить, вы отключаете майнинг. Также я проверял кнопки низкая загрузка, средняя, через диспетчер задач, действительно скорость регулируется, то есть на самом деле сайт действительно работает без проблем. Вот так вот. Теперь смотрите, но это не самое важное. То есть таким образом майнить вы много не намайните. То есть здесь вы, ну, зарабатываете, как говорится, копейки. Первые копейки. Я потом скажу, сколько примерно вы можете заработать за месяц. Но здесь самое интересное, это вот, видите, внизу мы начисляем бонусы за приведенных вами друзей. Здесь вот ваша реферальная ссылка. Вы можете ее скопировать. Вот она. Можете нажать кнопочку. Также сразу вы можете поделиться этой ссылкой сразу кнопками через социальные сети. И смотрите, здесь работает 10-уровневая реферальная программа. Я также протестировал. То есть смотрите, у меня два компьютера. Я на втором компьютере также установил это расширение. То есть по своей реферальной ссылке. И вот, как видите, у меня приглашенных один реферал. То есть это я приглашенный. И действительно заработок идет. То есть вот я посчитал. То есть все без обмана, все честно. Вот у меня доход от приглашенных рефералов. То есть вот у меня уже доход от моего реферала, который стоит у меня на втором компьютере. Если вы нажмете вот эту кнопочку на рефералы, то смотрите, у вас откроется такая менюшка, можно почитать. Вы здесь увидите, сколько у вас приглашенных и на каком уровне. То есть, как я говорил, здесь 10 уровней. И здесь опять же есть вот эти кнопочки, где вы можете поделиться, и ваша реферальная ссылка. Теперь, если вы... Так, где это? Теперь смотрите, если вы вернетесь в кабинет,
Здесь есть кнопочка вот увеличить, то есть это тоже про рефералов здесь рассказывается. Если я нажму кнопку увеличить, откроется еще такая менюшка. Здесь есть калькулятор, как можно посчитать доход. Я вам хочу показать, сколько вы можете заработать с рефералов. То есть здесь вы видите, с первого уровня вы зарабатываете 15% от рефералов. На втором уровне вы зарабатываете 10% и так до 10 уровня. Теперь здесь вот смотрите, есть калькулятор, вы можете посчитать, сколько вы можете заработать. Например, вы пригласили 5 рефералов, вот я выбрал, да. Допустим, каждый из них привел еще по 5 друзей. Посчитать доход, нажимаем кнопочку. И вот, как вы видите, калькулятор открывает доход. И здесь как раз и написано, вот смотрите, на первом уровне 15, на втором 10, на третьем 5, потом 3, 2, 1, 0, 5, 0, 25, 0, то есть видите, до 10 уровня. И вот если вы пригласили всего 5 друзей, ваши 5 друзей пригласили 20, по 5 друзей, то есть это 25, потом 25 тоже по 5, это 125 и так далее. И здесь видите вот расчет в доходах, то есть с первого уровня вы заработаете в месяц 3 доллара, со второго 10 долларов и так далее. И ваш ежемесячный доход составит 40 тысяч долларов. То есть смотрите, здесь если нажать, как мы рассчитываем ваш доход, я не буду нажимать, то там доход рассчитывается из расчета, что ваш каждый реферал будет зарабатывать в месяц 4 доллара. То есть я так подсчитал, действительно они не обманывают, действительно на компьютере, на одном компьютере можно с одного аккаунта заработать до 4 долларов. То есть все зависит от мощности вашего компьютера. Смотрите, у меня компьютер старенький, то есть он двухъядерный, но еще самые вот эти первые. То есть, ну, он, короче, старый компьютер у меня. То есть для работы он нормальный, но вот именно для игрушек он такой слабоватый. И смотрите, я включал, буквально я вчера ушел на учебу, включил всего лишь на маленькую скорость, заработал вот эти сатоши. То есть не обращайте внимания на вот эти вот все цифры, потому что вот эти последние цифры это добавили, здесь так и написано. То есть сатоши наши, вот я заработал 17 сатош. То есть я подсчитал, что в принципе при такой скорости я заработаю 10 центов за месяц. То есть, но если бы я включил максимальную скорость, то это бы в 3 раза увеличило мой заработок. То есть, таким образом, я максимум смог бы заработать здесь полдоллара. То есть, это на моем компьютере. Но я вам сразу говорю, у меня, ну честно, компьютер у меня слабый. То есть, поэтому, если, например, у кого-то компьютер помощнее, даже хотя бы в 2 раза, то есть, это уже выходит доллар. Поэтому, фактически, то, что здесь написано, расчет, что каждый реферал может зарабатывать 4 доллара, это вполне реально. То есть кто-то даже больше, то есть смотря какой у кого компьютер. Поэтому статистика здесь честная. То есть действительно вот так можно зарабатывать. Но даже если давайте мы представим, то есть здесь расчет взят, что рефералы будут зарабатывать 4 доллара, но давайте возьмем хотя бы доллар будет зарабатывать каждый реферал в месяц. Да, то тогда просто разделите на 4, то не 40 тысяч, а получается 10 тысяч долларов в месяц. То есть вот по вот этой структуре. То есть если вы начнете приглашать всего лишь 5 рефералов. То есть я думаю, даже этого будет достаточно. И даже если возьмем, к примеру, что если даже будет всего лишь полдоллара, да, то это 5 тысяч долларов. То есть если вы начнете... Смотрите, что уникально мне понравилось, приглашать здесь людей очень легко. Почему я и назвал это видео, да, легчайший заработок в интернете. То есть действительно можно построить структуру. Почему? Потому что все, что вам надо, вы копируете вашу ссылку и просто ее раскидываете. То есть по знакомым, там по ВКонтакте. Кстати, вы можете использовать мое вчерашнее видео, где я рассказал, как бесплатно привлекать рефералов. То есть именно здесь вы можете использовать вот эти два сайта, про которые я рассказывал. И также про все эти методы вот на моем сайте, которые тоже я рассказывал, в разделе «Бесплатные рефералы». Вы можете применять, раскидывая эту ссылку, просто там написали, например, «Заработок в 3 клика биткоина». И дали ссылку. И смотрите, когда человек переходит на вот этот сайт, да, по вашей ссылке, здесь ничего объяснять не надо. То есть здесь... Здесь все понятно, да, то есть тут и дурачок разберется, и новичок, и ребенок. То есть получайте биткоины, пока используйте Google Chrome, и кнопка. Нажимаете кнопку, приложение установилось, и сразу же заработок идет.
То есть и все. Поэтому вот чем уникален этот сайт, здесь даже не надо вам какие-то еще инструменты продвижения. Конечно, инструменты всегда нам увеличат заработок. Но вот здесь именно, ну, я сам удивился. То есть вот я когда перешел, тоже мне скинули эту ссылку. То есть я удивился, что насколько все просто. То есть у меня сразу, знаете, вот у меня есть такая чуйка, и у меня сразу сработала чуйка, что здесь можно неплохо заработать. За счет вот этой вот простоты, что нема никаких вот каких-то сайтов, регистрации, то есть не надо ничего тут регистрироваться, да, не надо там по кабинету ходить, куча кнопок. Все, нажал одну кнопку, установил приложение, зашел в кабинет, привязал аккаунт и все, и рекламирую рефссылку. То есть вот так вот. Поэтому проще ничего не бывает. И смотрите, еще сразу хочу, пока не забыл, сказать. Смотрите, когда у вас, вы сразу зайдете, у вас же здесь будет по нулям. И здесь оно не идет, майнинг, в режиме реального времени. Здесь статистика обновляется где-то в примерно от 30 до 1 часа. До 1 часа. То есть поэтому... То есть, как только вы установите расширение, примерно через час вы можете зайти в свой кабинет, и тогда вы увидите, как начисление первых ваших сатош. То есть, чтобы вы не удивлялись, ну, чтобы вы не думали, что, ну, у вас не работает что-то. То есть, все здесь работает, просто статистика, запомните, до часа обновляется. То есть, я так почитал, то есть, точного времени нету. То есть, примерно, потому что у меня один раз обновилось за час, один раз за 30 минут, ну то есть где-то в таком вот режиме. Вот так вот. Поэтому вот такой вот простой сайт, то есть смотрите, ссылочка в описании. Также я вам хочу еще сказать, что вот здесь же в моем разделе, здесь вы можете почитать все про биткоины. Здесь вот есть дальше самый простой заработок биткоина, то есть вы можете получать бонус на бэшчанге. Здесь вот есть кнопочка, как получать. И здесь есть видео, как это делать. То есть вообще проще не бывает. То есть вводите ваш биткоин кошелек и вводите. Также дальше у меня есть еще раздел про BTS Clicks, который мне в свое время он помогал зарабатывать $50 в месяц без вложений, без приглашений. Ой, вернее, вложения там надо делать, да. Но я, почему я сказал без вложений, потому что эти деньги я свои не вложил, я просто здесь же на BTS Clicks и на FreeBitcoin заработал и за счет этих заработанных денег активировал премиум аккаунт. И с этим сайтом, здесь у меня есть подробнейшие инструкции, подробные видео, то здесь есть здесь все кнопочки. И по этому сайту у меня есть, также вот здесь описание FreeBitcoin, то есть вот на этом кране я научился зарабатывать по $10 в месяц буквально в несколько кликов. Здесь тоже у меня есть авторская методика и описание полностью этой методики, как это зарабатывать с помощью очков. То есть там, потому что это не все знают про вот эти очки. Но я это разобрался, то есть я здесь описал полностью всю эту методику, как вы можете зарабатывать $10. И дальше вот у меня есть здесь моя авторская методика номер один, как вот с помощью двух сайтов BTS Clicks и FreeBitcoin, но также вы в принципе можете сюда добавить еще вот этот сайт Bitchange и теперь еще и CryptoTab. То есть и вы можете с помощью этой методики действительно на BTS Click зарабатывать в среднем по $50 в месяц. То есть я в свое время вот только за счет вот этого BTS Clicks, когда раскручивал, я и выживал. Я знал, что у меня пройдет месяц и у меня будет стабильно 50 баксов. То есть плюс при биткоин, то есть у меня всегда вот так было в среднем, то есть я знал, у меня был это стабильный заработок, это была моя как подушка безопасности, то есть которая, ну, помогала мне как бы держаться на плаву первое время, когда я там учился, когда я влетал, когда я не знал, как зарабатывать, то есть тестировал, проверял, бессонные ночи. Но вот это была моя гарантия всегда, что у меня будет хоть какая-то копеечка, которую я смогу снять и так далее. Также здесь в конце у меня есть, как просто завести биткоин кошелек и работать с ним. Но также я рекомендую всем пользоваться самим сайтом FreeBitcoin как вашим электронным кошельком. То есть здесь я тоже обо всем в этом рассказываю. И позже я еще буду записывать по этому поводу видео. И также буквально где-то в течение 2 дней я еще хочу создать полностью обучающий курс по заработку на биткоинах. Такими, потому что здесь видео я записывал, есть видео, которое я год назад записывал,
Поэтому я хочу все это обновить, собрать в такую систему, сделать лендинг, и чтобы мы могли еще эффективнее зарабатывать, и чтобы каждый, даже новичок, просто мог взять эти уроки, обучиться и зарабатывать биткоин. Потому что это действительно, ну, такой заработок для новичка, для любого, где можно действительно хотя бы те же 50 баксов самым легчайшим способом зарабатывать и как бы хотя бы иметь какую-то вот эту вот, как сказать, подушку, да, за спиной, что у вас есть хоть через месяц хоть какие-то денежки. Хорошо, на этом все. Я думаю, вам понятно все с криптотабом, да, как здесь зарабатывать. Еще раз напоминаю, все ссылочки в описании под видео. Не забывайте ставить лайки, если вы в первый раз на моем канале. Не забудьте подписаться на мой канал. И также заходите на мой сайт, тоже там есть страничка подписки, можете подписаться на нашу рассылку. И будем зарабатывать вместе деньги, будем в партнерстве и так далее. Ну, всем спасибо, с вами был Виталий Скрипник, всем пока-пока.